сотворите, Господи, преосвященнейший Владыко, благослови. Благословенно Царство Бог, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Боже наш, и Тебе слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Марфо, Марфо,
и чешися, и молишь, и умнузе. Едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не от имя от нее. Выше егда на Боже сие, воздвигши некою же на глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тьо, Иисус Сая же есть Иисуса. Он же рече, тем же Слава Богу, 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 слава Богу
Проходите.
спаси нас. Святая Богородице, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты понимаешь, мне ноги болят. Что мы немножко становимся такие вот, теплохладными. И вот все-таки, когда мы собираемся вместе в таком числе, это всегда радует. Поэтому я вас всех сердечно поздравляю, и мы уже здесь, по традиции. 6 лет назад мы здесь служили божественные литургии, кто помнит. Да? Сейчас вот мы здесь приходим каждый праздник, приносим наши иконы, явленную и копию явленной иконы, еще третья есть икона, она находится в Казанском соборе, тоже вот копия, написана в 1907 году. Сюда приносим, совершаем молитвенное пение, а потом идем к арке и проходим подарки, да, вот именно под иконы Божьей Матери, с молитвой, просьбой о том, чтобы у нас в жизни все сбылось. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, утешитель от всей истины. Подавающая,
небе, благодатный Твоего Новородицы, помилуй, святи, за лучшее прощати, сердцем и на молитве Тебе, избави град наш от всякого зла, и спаси людей к Тебе притекающие, и ныне присвои во веки веков, аминь. Всего даю чистая Богородице, Тебе прибегай мирки, того и Бога знакомилась Божию, чудо и Богу скрываем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно и во веки веков. Святое дыхание дохвалит Господу. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Святое дыхание, и усподобитесь нам слышанию святого Евангелия Господа Бога мой. Пречисте, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. Пресвятая, преблагословенная Мать Господа нашего, и падаем и поклоняемся Тебе, Пресвятой Чудотворной иконой Твоей, воспоминающей дивное явление Твое, благодаря нашим, смиренно молим Тебя, благая заступница рода нашего, сохрани под кровом град наш и всю страну нашу православную, и всех притекающих к Тебе с верой и любовью, умиленно просящих со слезами Его заступления, подашь недугающим судьбу и здравие, избави нас от всякой скорби и печали, огради нас от всякой напасти и злых клевет, веру православную до конца дней наших непорочно сохрани. Во всех заповедях Господних настави, исподоби нас мирные христианские кончины, и доброго ответа на здравшем суде Сына Твоего и Бога нашего, и Божию молитву за нас младенскими молитвами Твоими, да не судит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по лице и неизреченной милости Своей, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение за безначальным Его Отцем и Пресвятым, и вот Духом ныне пресно и во веки веков. Пресвятая Дева, Богоизбранная, Агроковице, и чтиме же Боже наше, всех, дорогие мои, милости вам Боже, и здесь, в этом месте, где ранее стоял огромный собор Вознесения Господне, слава Богу, нас Господь сподобляет, здесь тоже совершать молитвы, и вспомнить об этом, о том, какие всегда были казаки, преданные делу своему, преданной Родине, преданные прежде всего клятве своей, присяге, как они всегда говорили, говорят, за веру, отечество и за дом, да, за дом. Да. Так что Бог нам всем помощь. Спасибо Господи, я благодарю еще раз наших архипастырей, которые приехали и разделили с нами сегодняшнее праздничное богослужение, владыка Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского. И вот у нас еще теперь появился один архиерей, это викарий Волгоградской епархии,
епископ Феоктист. Вот они здесь вот находятся, и мы рады с ними вместе вот так разделить счастье, вместе помолиться. Спасибо. Ваше Преосвященство, дорогой владыка Елисей, Ваше Преосвященство, дорогой владыка Феоктист, дорогие братья и сестры, все гости сегодняшнего праздника, я рад приглашению владыки Елисея был здесь сегодня поучаствовать в этом богослужении, помолиться действительно на этой исконной русской святой казачьей земле. Это святыня Урюпинская икона, главная святыня нашей Волгоградской земли, Волгоградской митрополии. И поэтому в этот день всегда многочисленные паломники, в том числе и веренные мне, епархии Калачевская, в частности, я видел свои паломники из города Волжского, как всегда, рано утром, даже с ночи приезжают автобусы с паломниками, люди несут свой подвиг, всю ночь находятся в дороге, бывают с детьми, чтобы помолиться у чудотворной иконы, попросить милости Божией, милости и заступничества Матери Божией. Вот. И пока в людях такое есть стремление, желание, вот, значит, наша вера непобедима, неистребима. Ну, я надеюсь вместе с вами на ее еще больше возрождения. Храни всех Господь. Ваше Преосвященство, дорогие братья и сестры, спасибо, Владыка. Во-вторых, я буду очень кратко. Вы лучше меня знаете историю обретения. Была явлена для поддержания того подвига, который несли две подвижницы. Сегодня мы приходим, просим каких-то таких нужд. Изначально она была поддержание для вдохновления дополнительного на христианский подвиг. Я надеюсь, что мы это не забудем. И прибегая к иконе, в первую очередь будем просить о том, чтобы Божья Матерь нам не чего-то дала, а поддержала нас на путях нашей христианской жизни, и в чем помощи Божьей всем желаем. Волгоградский герман в Волгоградской митрополии, он по сейчас он в отпуске, благословенному патриарху, поэтому не смог приехать, но всем передавал свое благословение, молитвенно с нами. Подойти под иконы. Пока нет, развернем.